Принято. Сходу пускай хорошо идут. Внимание на старт. Дан старт пятой скачки. Это вторая параллельная скачка на приз Кубка главы администрации муниципального района Дюртюлинского района. Участвуют 6 лошадей. Вот определились лидеры скачки. Участники проходят левый поворот. 326,2. За 26,2 секунды пройдено 300 метров дистанции. Дистанция 1800 метров. Скакать еще один круг. Это вторая параллельная скачка. Распределение победителей будет по лучшему времени в двух параллельных скачках. А скачку ведет Хрипона, тут же Russian Account. Вот лидеры нашей скачки. Хрипона, Russian Account. 32,9. За 32,9 секунды пройдены 500 метров дистанции. Хрипона ведет скачку под седлом Римана Ханова. Роуд Лайт повел скачку под седлом жокея второй категории Рустама Саидгареева. 31,1. Участники скачки растянулись по дистанции, проходят левый поворот, выходят на финишную прямую. Финишная прямая второй параллельной скачки. На финише победитель второй параллельной скачки. Road Light под седлом жокея второй категории Рустама Саидгареева. Далее Russian Account. Хрипона, Вавилон. И заканчивает дистанцию Эрдоган и Каролина.